Всем привет! Давно я не снимала, решила заснять. А сегодня я хочу снять свою скотинку. Ну, сначала я хочу, конечно, поздравить всех с праздниками, с прошедшими, потом с наступающими праздниками, пожелать всего хорошего, здоровья. Вот. У нас вот такая вот погода. Вчера ночью мело. А вот сегодня ничего нет, но морозец стоит. Вот. Снега не очень много. Вот. Нам привезли вчера сено. Ой, здесь вот темновато. Вот туда я, значит, сложила сено. Сено в тюках. Я купила 20 тюков. Я 10 тюков покупала уже. Вот, но мне свиням на подстилку и кроликам. И я что хотела сказать, что свиньи тоже жуют вот это сено. Вот. И, в общем, привезли нам корм, отруби, там, кукурузу, ячмень, овес, пшеницу. Ну, в общем, вот я закрыла свет. В общем, вот так в мешках. И я что делаю сейчас? Я, значит, в бочки складываю. Вот здесь у меня пшеница. Здесь у меня, значит, по-моему, овес, да? Вот. Я путаю овес с ячменем. Это овес, по-моему. Вот. Здесь у нас кукуруза. Я вот сложила. Немножко дала сейчас свиням. Я в сентябре как снимала своих поросят. Вот. Ну, в общем, хочу немножко, в общем, сейчас вот распределить вот это зерно по бочкам. Закрыть, чтобы крысы не лазили, мыши. Вот. И вот Микулечка, хвостик мой. Да, все время за мной бегает. Вот. И я, значит, иду в сарай. Ой, здесь я повесила, чтобы холодно не было. Так бы мне дверь закрыть. Вот, вот такие вот у меня хрюшечки стали. Поставила немножко кукурузы в ведро. Что-то они у меня сегодня плохо кушают. Я им сделала, значит, отруби. Это запарил. И сделала, очень жидкие получились. И вот они сидят, не хотят кушать. То обычно я им варила, зерно варю, там добавляю крупу какую-нибудь, немножко жирку какого-нибудь. В общем, вот это все варю и потом их кормлю. Вот, и вчера очень много им дала еще. Почему-то подумала, что они не наелись. Вот, кормлю я их, значит, из кастрюли. Потому что ее можно вытащить, помыть. У них есть вот здесь вот корыто. Но они вот иногда написывают, накакают. А потом я думаю, ну как вот такое кушать? Вот, и в общем, Борова мы покастрировали. Да? Вот. Вот, а там свинья. Сейчас пройду туда, покажу. По моим подсчетам, им где-то 30 декабря было полгода. Потому что мы их купили в августе месяце, им было полтора месяца. Вот. И сейчас, в общем, им 7-й месяц. Вот так вот они у нас выросли. Бурова мы покастрировали. Не знаю, сказала, не знаю, нет. Да? Все, хорошо сидим. Хорошо сидим. Что-то не хотят они мне сегодня кушать. Я им поставила, они вот капризничают. И дала немножко кукурузы им, чтобы погрызли. Вот. Вот сейчас свинья. Так, как вот еще это показать. Вот, Хрюша. Сверху снимаешь, они какие-то плосковатые получаются, а сбоку так хорошенькие. Вот. Это свинья, она поменьше. Мы когда покупали поросят, нам сказали, а зачем вы на мясо берете свина, берите лучше боровов. Но она была самая большая, крупная, и я ее взяла. А вот и взяла борова. И вот боров намного. Все-таки они вот одинаковые по возрасту, но боров намного выше и больше. Вот так вот подросли мои хрюшечки.
Вот. Курочки у меня тут. Вот. Да, вот, встал. Встал. Вот так вот мы подросли. Сегодня вот не хочет кушать. Отруби не хочет. Вот я мало, наверное, положила им крупу. Я обычно добавляю крупу, чтобы они хорошо ели. Делаю помои. Вот. Но сегодня вот капризничают. Не хотят. Вот. Да? Кто капризничает? Хрюшечка капризничает. Вот. Такой вот боровочек у нас. Да-да-да. Я им бросила сено. У них очень мокро, когда сена нет. Вроде бы и воды мало пьют. И сено они хорошо кушают. Вот. Кроликов у нас 12 штук осталось. Все большие. И мы последнюю крольчиху, когда зарезали, вот, в ней было 3 килограмма. Такая большая крольчиха была. Да, смотрим. Смотрим. Вот такие вот у нас поросюшечки. Поближе показать. Вот. Что-то сейчас надо будет придумать, чтобы они съели. Не хотят отруби кушать. Да, зерно им варила всегда. А тут отруби дала, да, скажи? Я сначала их картошкой кормила и покупала специально мелкую картошку. Вот. Ну, сейчас, значит, когда картошка закончилась, я им, значит, варила зерно, любое зерно. Варила зерно, добавляла туда крупу, вот. И, значит, немного жирка. В общем, варила типа помой, чтобы были. Вот. В общем, вот так вот. Вчера я еще и много дала. Я же сказала, что это... Ой. Вот сегодня плохо кушают, потому что вчера... Не надо их перекармливать. Сегодня принесла, они плохо едят. Вчера, наверное, или перекормила, или капризничают. Но вчера я тоже ему отруби давала. Вот у меня тут курочки. Сейчас надо будет им воды принести. Вот. Зерно тоже раскидали. Кормушки у них нет. Я все хотела купить им кормушки. Такие подвесные для птиц, чтобы они не раскидывали зерно. Вот. Но я это зерно весной собираю и в грядке. Что они раскидывают, я это все собираю в грядке, и получается хорошая земля потом. Как сидираты получаются. Вот. Вот это вот все сколотила я. Мне помог немного сын. Потому что в том сарае, они когда подросли, им 4 месяца где-то было, они все там перерыли, все сломали, все перегородки сломали, все полы вскрыли. Вот, в общем, и я вот собрала вот такие щиты, на них вот кирпичи привозили. Даже вот там привязала проволокой, вот здесь привязала проволокой, на всякий случай так забивала все на гвоздях. Вот, в общем, вот эти щиты прибила. Полы вот мы тут сделали, у них полы деревянные. Вот, и это, вот это всю конструкцию, все забивали мы. И вот березовая, вот это вот некогда было, они сломали перегородку здесь, и некогда было, сам время не было, мы вот временно пока вот так вот прибили, у нее маловато там места, правда, ну, хватает пока. Ну, в общем, время будет, мы вот это обрежем, ровно поставим, чтобы побольше места было. У ней тоже. Вот, грызет кукуруза. Это отруби. Намешала отруби. Не хочет. Потому что я очень жидко сделала. Они не привыкли жидкое есть. Я всегда густое варила им. Я немножко приболела, поэтому у меня такой голос простывший.
Вот, и, в общем, вот здесь в кастрюле я немножко добавила сухих отрубей. Ну, посмотрю, если есть не будут, я курочкам им отдам. Другой им сварю, как раньше все время варила. Вот, ну, в общем, что-то капризничают они у меня сегодня. Или вчера переели. Я вчера им очень много дала. Я сначала дала им... Он ведро съедает за раз. Я сначала ведро ему дала. Потом смотрю, он все скушал. Думаю, а дома оставалось помои. Думаю, пойду еще это принесу. Пошла еще, набрала им ведро. По пол ведра еще им дала. А вот сегодня утром они не хотят кушать. Или еще не проголодались, или им что-то не нравится. Вот. В общем, вот так вот. Вот такие вот хрюшечки. Ну и куда ты ложишься на кастрюлю? Куда ты ложишься? Ведро ему поставила. Да. Все. На мокрое. Не хочешь лежать на мокром? А? Пописил? И на мокром не хочешь лежать. А там кастрюля мешает. Да. А там кастрюля мешает. В общем, они сегодня у меня фокусничают. Он что делает? Вот такие вот наши хрюшки. Сейчас пойду роликом. Покажу кроликов. Да? Пошли. Дима бегает. Отвязали. А это я. Вот. Иду. Хочу кроликов показать. Вот столько у нас снега. Заодно снежок покажу. Погода наша такая. Да, Микки? Собачки бегают. Вот снега мало в этом году пока. В прошлом году тоже мало было. Потом в феврале как нападало, столько снега было. Это ужас какой-то. Вот. А кроликов я еще сегодня не кормила. Вот такие вот у нас кролики. Я бы сказала, неплохие. Мы даем сено. Даем... зерно. Вот. Приготовили. Клетки чистим. Уйди. Уйди. Чистим клетки. Вот пересаживаем потом их. Вот чищенная клетка стоит. Надо кролик пересадить, который сейчас показала. Вот такие вот большие кролики. Я что подумала, может быть. Вот кролик. Ну, в общем, большие все, 12 штук. Вот этот самец у нас. Вот меняем, воду меняем. Вот так вот баклажки ставим. Если сильный мороз будет, даем снега. Вот. Вот такие вот кролики. Сейчас домой. Я еще не завтракала. Домой сейчас. Вот у меня зерно здесь стоит, кружечки. Я насыпаю зерно. Просит. Зерно вот есть. Там вот две самочки у нас сидят вместе. Мне так не хочется открывать. Вот две самочки там сидят. Один кролик здесь сидит. Им сено даю. Кормлю один раз в день. Насыпаю, ставлю воду. Вот. Все съел, да? Ничего нет. Вот падает.
Сено. Да, вот смотри, хорошо кушаешь. Сейчас я им хоть сено, что ли, положу. Кормлю один раз в день их. Вот. Но у этих вот всегда остается. Кто-то ест хорошо, а кто-то вот так. Вот, убежала. Убежала. Вот. Сейчас сено положу. Вот. Или убежал. Я не знаю, кто это. Вот. И здесь. Вот. Кролики. Вот. Тут для зерна. Это для воды. Сильные морозы будут. Я обычно уношу, я вот такие уношу замерзшие и оттаившие ставлю. Меняю местами. Ну, вот сено тут у них. Вот у кого-то остается, а кто-то все съедает. А здесь вот хороший. Это не мешок здесь. Сейчас я сейчас пойду позавтракаю. Я еще не завтракала. Я полуночный образ жизни веду. Ночью вижу, сижу, потому что мне спать не хочется. И встаю потом поздно. Вот. И у свиньи у меня тоже такой вот день, распорядок. Я их кормлю за 12 час. И потом на ночь два раза. По ведру они у меня за раз съедают. По ведру они у меня за раз съедают. Вот. И, в общем, как два раза вечером даю, в обед и на ночь где-то 10 в 11 даю. Вот. Вчера вот я им много дала, сегодня вон не едят. Очень плохо, не надо было давать. Я подумала, их надо проголодь кормить, чтобы они кушать хотели. Там вот потом, ну, вчера ели отрубь, а сегодня вот не едят, не хотят. Не знаю. Ну ладно, всем пока-пока.